Добрый вечер. Итак, Полина Принцесс, и мы начинаем наш блог с готовки котлет. Котлеты индюшачьи. Полина, а скажи... берем заготовку, это и Ольга дальше, и дальше уже Полина Принцесс делает натуральную котлету. Очень просто, аккуратно. Полина, прокомментируйте, что вы делаете? Я делаю котлеты. А как вы делаете? Объясните нам, как вы делаете? Раскачиваю. Ну, так вы расскажите нам, как вы раскачиваете, что вы раскачиваете? Вы на качелях катаетесь? Да! Давай.